Всем привет, это канал Миллион Абдулла. Мы сегодня проведем очень рискованный эксперимент. Два резиновых ножа, подготовленный человек, который будет уворачиваться, и подготовленный метатель, который умеет метать. Еще парочка. Это тоже резиновый. Хорошо. То есть все резиновые мягкие ножи достаточно. Кидать я буду не в полную силу, тихонечко. И постепенно мы будем выяснять, насколько реально вообще попасть по подготовленному человеку. Хотя метатель тоже подготовлен. Итак, понеслась. Первая проба. Без замаха человек подготовленный, подчеркиваю, ему уже вернуться труднее. Когда есть замах, есть подготовка, да? И теперь я попробую летать еще более резко и неожиданно, без руки, видимо. То есть вот я стою, и снизу. Бросаю очень слабо. Я могу намного сильнее бросать. Один раз я промазал. Ну, это я за штаны задел. Резиновые ножи очень опасны. Не повторяйте этих трюков без специальной защиты. Особенно должно быть закрыто лицо, туловище и все открытые участки тела, плотная одежда. Мы показывали этот трюк со специалистами, они хорошо подготовлены. И то, как вы видели, шанс то, что могут попасть нож, был. Эти ножики не такие безобидные, как кажется. Если бы он попал в человека, то вот, видели, да, скажите, что это было без человека? Больно. Это травма. Как видите, это тело. Попробуй на движение. Два ножа. Оба по рукоятке. Ну ладно. С вами был канал Миллион Абдулла. Подписывайтесь на мой канал. Приходите в клуб «Сова» тренироваться.